пятое место. Может быть, так и мы переместимся скоро уже. Не переместимся. Конец. Друзья мои, всем адри татушки! А здесь свалилось яйцо прям откуда-то с небес на землю. И с этого яйца вот такой вот появился змеёныш. Короче, друзья мои, сегодня мы с вами поиграем в такой прикольный симулятор змей. Пусть это будет что-то наподобие Слизерио, я не знаю, что это будет с вами. Но мы сейчас с вами все это увидим, и нам говорят, съешьте яблочки, чтобы расти. Я вот появляюсь вот такой вот маленькой змеей. Мне говорят, давай, двигайся, чего ты стоишь? А я такой шмяк, начинаю есть яблоки. А, вон идет подсчет яблок, смотрите, мне осталось есть еще 4 яблока. 3, 2, 1, пуск, здорово. Ну да, я вижу, как я расту. Разблокирую рывок. Рывок делает вас быстрее, но также уменьшает вас. Ага, я понял, что это за штуковина такая. То есть, если я на нее нажму, я... Помчал, да, я понял. Доступные улучшения! Какие? А что мне нужно сделать? Что за шар это? Ух ты, магнит. А давайте нажмем на магнит. Все яблочки ко мне магнитятся! Крутяк! Я непременно становлюсь все больше и больше. Не врезайся в змей в стены и препятствия. Я понял. Заставь змей вас врезаться! А где же змеи? Я не вижу ни одной змеи. А, вот. Ух, ничего себе, только родилась такая, бам, у меня банан. Так они сами на меня идут, смотри. Хот-дог, Хряскин, Матаскин, сырок. А ну-ка, ням, сыр сейчас заточу. Куда едете, точнее, ползете, да, вот, ползете на меня-то. Куда, ребят? Отлично, я справился со всеми змеями, но это была просто тренировка. А теперь я должен своей змее задать имя. Ну и какое же я придумал имя? Да, конечно же, просто PFG TV, друзья. Вот такая змея у меня будет называться, поэтому ищите меня в этой игре. Может быть, мы с вами даже встретимся и поиграем. А я начинаю непростой путь, потому что моя змея сейчас будет сражаться с более большими змеями. Мне дали какой-то сундук. Открываем его. Ключ от сундука. 20 монет. Ну, наверное, это чтобы прокачивать своих змей. А также мне еще дадут 10 кристаллов. И радужный буа. Я разблокировал новую змею. Круто. Так сразу и быстро. Рога. А для чего у меня рога? У моей змеи теперь будут рога. Шипы. А что дальше? Настроить или играть сейчас? Играть сейчас! Ешьте, чтобы расти! Самая длинная змея сможет победить! Ну, я так понимаю, мне нужно стать самой длинной змеей. Но начну я, конечно, вот такой змеечкой совершенно маленькой. Воу-воу-воу-воу! Мы где-то с вами в пустыне, и тут куча яблок. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Это что? Блин, как вы быстро все съели, ребята. Кто-то в меня врезался? А ну-ка, погнали. Так, что тут за рога? Привет, ребята! Ну что, затусим? Ха-ха! Затусим. Врезался в кусты какие-то. Но я не расстраиваюсь, потому что я прямо сейчас возрождаюсь, и я снова иду в бой. Ну да, пока тяжело. Пока мне, конечно же, немножко тяжело со всеми этими приятелями и ребятами, потому что управление, кстати, в игре не такое-то легкое. Но, друзья, я не... Посмотрите, какая прикольная змея. У нее столько ножек. Все время, господи, а. Итак, я начинаю свой путь на 42-м месте. Уже на 41-м, уже на 42-м. А 40-м. О, да мне просто нужно яблочки есть. Всем привет, ребята! Всем привет! Тра-та-та! Ой, там кто-то врезался. О, ничего себе! Адритатушки, какие мячики здесь. А ну-ка собираем. Я на 32-м месте уже, друзья! Поздравьте меня! Поздравьте, я немножко стал больше, я вырос. Уже на 27-м. Ох ты! Гаденыш, врезался я в него. Друзья, я снова мчу в бой. И я сейчас уже на 18-м месте. Это уже неплохая позиция. Моя змейка стала довольно-таки большая. Уже 17-я у меня позиция. Когда я расту, я становлюсь очень медленным. И вот здесь, вот эти надо штуки собирать снова быстро. Врезался снова. Вы знаете, надо просто возле змей вот так немножко пастись. Вот, да, вот тут кусок оторвал, вот здесь магнитики какие-то взял, сердечки, вот это все, да. О, хорошо, а что это я взял? А ну-ка давайте с вами проверим. Ничего себе, все яблоки на меня сразу.
такой змей под названием чмок. Да уж, если он тебе сделает чмок своими шипами, то, конечно же, тебе не поздоровится. Поэтому давайте будем вот еще один чмок. Чмок прямо в бантики какие-то непонятные. Вот тебе и чмок. Мне предлагают здесь купить какую-то редкую змею. Я не знаю, кто мне попадется. То есть это будет совершенно рандомно. Но я хочу попробовать это сделать. Давайте посмотрим, кто у нас сейчас попадется. Наверное, это будет более прокачанная змея. Пробуем. И что же мне там попадется? Вот он, сундук. Открываем. А в сундуке... кот-то змей под названием Чешир. Посмотрите, какой он крутой. Он просто классный. Чешем отсюда. И давай-ка мы сейчас будем тебя прокачивать. Давай, Чешир, не подведи меня, прошу. Воу, он такой быстрый. Воу-воу-воу-воу-воу, это что это? Например, вот это что это? На, по змее мы попали один разок. А давай-ка еще раз. На, еще раз попали. Вот тут огромные змеи пасутся, друзья. И я на 27 месте, и у меня кота-змей, я его так называю. Его зовут на самом деле Чешир, а вот еще змей какой-то с крокодильими лапками. Так, вот этот болбы, как бы его взять, выдавай. О, я сейчас могу превратиться в призрака. А ну-ка, что это? Вау, и что? Я могу летать над змеями? Да, я не врезаюсь в них. Вы поняли, да, теперь эту функцию? Ползем дальше, и мы сейчас находимся на 25-й позиции. Вот тут гигантская просто змея. Вот бы она сейчас врезалась куда-нибудь, а? Так, меня там кто-то врезался, поэтому я разворачиваюсь. А-а-а, нет! Там уже другой подполз. Ну врежься в кого-нибудь, змея. Кстати, в себя я не могу врезаться, и тоже круто это. Так, у меня есть функция призрак, пока я ее не активирую. Блин, я на 24-м месте. Как бы мне на первую позицию перебраться, ну хоть разок, ну пожалуйста. Ах ты, Чешир, Чешир. Давай-ка мы возьмем лучше с тобой магнитик. Магнитик — это крутая штука. Так, активирую функцию магнитика, и смотрите, все яблоки просто ко мне. Вау, давай вот это тоже ко мне. И вот это тоже ко мне, и все ко мне, и мы с вами сразу же возвращаемся на 24 место, друзья. Вот что, магнитик — это реально классная штука. Пока самая классная штука, которую я знаю всех. Не, ну классный у меня змей, согласитесь. Ну, напишите в комментариях, что вы думаете о нем. И поставьте лайки, если он вам нравится. Мне кажется, он котик все равно такой прикольненький. Друзья, я на 17-й позиции. Стараюсь приблизиться к первому месту. Ух ты, какой-то туфелик. Съем сейчас шары. А, я взял призрака. Я еще один взял шар. На-на-на. На! Есть! Отлично, друзья мои! Тут мы какие-то грибочки с вами едим. Круто! Так, у меня есть какой-то шар. Это, по-моему, супермагнит. Смотрите, я его нажимаю, да, и все яблоки ко мне приплыли. Круто. Так, 14-я позиция. Это мой рекорд. Я еще никогда не был на такой позиции. Поэтому... Ай-яй-яй-яй-яй! Как же я все потерял в один миг? Ладно, не будем отчаиваться. Я еще раз попробую. Я беру просто обыкновенный магнит. И вот так вот. Во-во-во-во-во-во-во. Ух ты! И вот здесь давайте вот этот шарик тоже возьмем. Хорошо. И мы уже с вами что? Мы уже с вами на 22-м месте. Вот так вот быстро. И тут вот снова шарик. Отлично. Вот эту змейку бы нам съесть, но она съедает меня. Друзья, ну что, не буду радоваться, а просто скажу, что я на 13-м месте. Это мой снова новый рекорд. Вау, я вот тут сражаюсь с огромными змеями. Я вот прям с ними в одной тусе. Может, кто-нибудь врежется все-таки? Было бы здорово, чтобы кто-то врезался в меня желательно. Чтоб не я в кого-то, а вот кто-то в меня. Не хочет змейка врезаться, змейка хитрая. Ага, есть! Справился я с тобой. Кто там в меня? Никто врежется? Врежется. Хорошо, хорошо. Я на 9-м месте, по-прежнему на 9-м месте. Вот это давай возьмем. Давай вот. На 7-м! 7-е место! Все-таки можешь, когда вот все-таки необходимо. 5-е место. Может быть, так и мы переместимся скоро уже. Не переместимся. Конец. Эх, как жалко, на 5-м месте мы с вами были, друзья мои. Что ж, это тоже неплохо, это тоже круто. Попробуйте и вы поиграйте в эту игру. Мне кажется, она прикольная и классная.
Кстати, здесь есть много других режимов, поэтому я участвовал в классическом режиме. Есть золотая лихорадка и королевская битва. Вот так вот. Друзья, ставьте лайки, если вам понравилась эта игра, подписывайтесь на канал Funny Family Games TV обязательно. Всем удачи, всем пока-пока.